Тема у нас сегодня хануманасана – продольный шпагат. Для занятия пригодятся опорные блоки, если вы будете пробовать выходить в конечную форму асаны. Также ремешок, у нас будет несколько асан лежа. И если у вас нет хорошего наклона, то необходимо тоже будет его использовать. И также плед или же какую-то опору под колени, если вам сложно, болезненно опираться коленями на твердую поверхность. Я думаю, что все желающие уже собрались. Давайте начинать. Присаживайтесь, пожалуйста, любое положение прямой спиной. Для начала практики руки опускаем на колени, круговым движением плечи уводим назад, макушкой вытягиваемся вверх, глаза закрыты. И наблюдаем вдох и выдох. Делаем спокойный вдох, выдох. Так несколько циклов отслеживаем дыхание, постепенно внимание переводя с разных внешних отвлекающих факторов, внешних, возможно, раздражителей, каких-то звуков, а также от переживаний, мыслей, переводя внимание на дыхание. Далее, кто практикует мантру? Собираем руки перед грудью и с благодарностью всем учителям практики йоги, саморазвития. Мысленно или вслух произносим мантру ом 3 раза. И по завершении мантры опускаем руки на колени, уводим круговым движением плечи назад и несколько движений для шеи. Опускаем голову вниз, уводим назад. Выполняя эти движения для шеи, мы продолжаем настраиваться на практику через наблюдение дыхания и уже наблюдение этих движений. Далее опускаем голову вправо и влево. И скрутки для шеи вправо и влево. Опускаем голову вниз, 3 вращения в одну сторону. Далее 3 вращения в другую сторону. И постепенно завершаем через стороны руки, собираем над головой, вытягиваемся вверх и несколько движений корпусом влево-вправо. Далее правую руку опускаем на пол, левой вытягиваемся вверх и слегка опускаемся вниз. У кого хорошая гибкость предплечья, локоть опускаем на пол, взгляд вверх из-под плеча. Дыхание в область ребер. Аккуратно возвращаемся наклон на другую сторону.
Аккуратно возвращаемся, меняем перекрест голени. Еще раз вытягиваемся вверх руками. Делаем здесь вдох. И с выдохом уходим в скрутку в вашу правую сторону. Здесь я предлагаю вам дышать или животом, или грудным отделом. И в целом в течение занятия самое важное, чтобы вы дышали спокойно. Для кого-то это будет брюшное диафрагмальное дыхание, для кого-то полное йоговское. Но в рамках сегодняшнего занятия старайтесь, чтобы дыхание не сбивалось, было спокойного ритма, или животом, или полное йоговское, или то, которое вам доступно и знакомо. Еще несколько циклов дыхания, взгляд за правое плечо. Аккуратно возвращаемся, вытягиваемся вверх. И скрутка в другую сторону. Аккуратно возвращаемся и далее переходим в положение маджариасаны, кошка. Отсюда собака головой вниз, но пока не выпрямляем ноги. Ноги согнуты в коленях, руки и спина одна линия, шея расслаблена. И теперь начинаем переступать с ноги на ногу, стараясь дотягивать пятки к полу. И двумя пятками потянитесь, пожалуйста, к полу, сохраняя при этом руки и спину вытянутыми в одну линию. Сделайте еще несколько циклов дыхания в этом положении. И сейчас у нас будет несколько элементов из этого положения собаки головой вниз. Важно, если вы почувствуете, что повышается давление или кружится голова, обязательно выходите в положение для компенсации. Можете постоять в кошке маджариасаны или побыть в положении ваджрасаны, руки поместить свободно или в тхьяне мудру. Так, сейчас у нас адха мукха шванасана. И левая нога по центру. Правую ногу поднимаем вверх, не обязательно идеально прямую, но старайтесь, чтобы нога была сильной и не было поясничного прогиба. Далее правое бедро подтягиваем к груди, стараемся прижать как можно сильнее. И снова вдох, правая нога назад, и старайтесь ее поднять как можно выше. Пробуем вытянуть в одну линию с корпусом. И снова правое бедро к себе. Еще раз назад. И еще раз к себе, бедро к животу. Симметрично адха мукха шванасана. И теперь правая нога по центру, левую ногу вытягиваем назад. И подтягиваем к себе, накатываемся на руки. И снова нога назад. К себе, бедро подтягиваем корпусом. И назад. Аккуратно опускаем адха мукха шванасана симметрично. И следующая виньяса. Со вдохом правая нога вперед в положение голубя. Садимся так низко, как получается, но важно, чтобы в колене не было боли. И аккуратно уходим назад. И сразу другая нога левая вперед.
и с выдохом назад. И еще несколько раз повторяем. И уводим вперед правую ногу. Здесь, если вы высоко от пола, то под правое бедро что-то подкладываете, например, блок, или можно свернуть одеяло. Руки тогда вперед, чтобы не было поясничного прогиба. И несколько циклов дыхания. Здесь в статике. Но у кого есть возможность, мы садимся ниже. При этом важно, чтобы не было боли в колене, не было вращения, тоже можно корпус немного вперед и несколько дыханий здесь в статике. И добавляем динамику для корпуса здесь, опускаемся вниз. И с очередным вдохом плечи уводя назад, грудную клетку подаем вперед. С выдохом опускаемся. Очередной вдох вверх. Выдох вниз. Еще несколько раз. Хорошо, с этим заканчиваем. И аккуратно снова уходим в собаку головой вниз, Адха Мукха Шванасана, симметрично. Выравниваем. Стопы чуть шире таза, руки на ширине плеч. Ладони плотно прижаты к полу. Руки, спина, одна линия. Дыхание животом. И очередной вдох, левая нога вперед. И то же самое, если вам необходимо, подкладывайте под бедро какую-то опору, чтобы не было перекоса в области таза. Или же без опоры, но здесь очень важно не стараться корпус сразу выровнять перпендикулярно полу, чтобы не было прогибов поясницы излишнего. Поэтому мы корпус даже немного подаем вперед, но всего лишь разминочная часть. Здесь несколько дыханий. Обращайте внимание, чтобы пятка ноги, которая сзади, не заваливалась в сторону, вправо. Старайтесь, наоборот, доворачивать ее вверх или даже чуть вовнутрь. И здесь добавляем динамику для корпуса. Опускаемся вниз, выдох. Вдох вверх. Выдох вниз. И вдох вверх. Старайтесь движения эти делать как можно плавнее. Добавлять движение плечами. Когда вы поднимаетесь, когда вы опускаетесь, скруглять спину. Еще несколько движений. Мы с вами постепенно завершаем и снова уходим в собаку головой вниз, Адха Мукха Шванасана.
И отсюда правая нога шаг вперед, левая под 45 градусов поднимаемся, проверяем отстройку ног, ноги на параллельных прямых, левая стопа чуть завернута вовнутрь, правая смотрит вперед. И здесь начинаем с динамики. Со вдохом через стороны поднимаем руки вверх, присаживаемся на правую ногу. Выдох. Наклон вперед, руки можно поместить на пояс. Ноги остаются прямыми. И снова правая нога сгибается через стороны руки вверх. Выдох, наклон параллельно полу. Еще несколько раз. Синхронизируйте ваше движение с дыханием. Постепенно завершаем очередной раз, и сейчас мы держим статику. Ноги сохраняем в этом же положении, сгибаем правую ногу, Вирабхадрасана 1, поднимаем руки вверх, руки на параллельных прямых, и присаживаемся таким образом, чтобы правое колено оставалось над правой пяткой. Далее правую ногу выпрямляем. Если ноги разошлись, то немного сужаем, уменьшаем шаг. Если наклон пока еще не глубокий, берем опору необходимую. И выходим в Паршватанасану, продольный треугольник. Наклон параллельно полу, ноги прямые. Далее подбираем опору под руки, так чтобы в наклоне у вас не сгибались ноги. И здесь правую стопу будто бы натягиваем на себя. Стараемся тянуть ее в область таза. Левую подвздошную кость направляем вперед и вниз, чтобы не было разворота. Таз остается параллельным полу. Можно остаться здесь или пробуем опускаться ниже вдоль правой ноги. И в вашем положении еще несколько циклов дыхания. Далее мы аккуратно левую ногу опускаем на пол, колено на полу. Также можно под колено поместить что-то мягкое, типа пледа. И мы традиционно начинаем с динамики. Анджанасана, через стороны руки вверх, таз опускаем ниже. Выдох, откат назад, носок на себя. Полутреугольник Ардха-Триконасана. И снова вдох вперед. Накатываемся вперед, через стороны руки вверх, выдох, наклон вперед. И продолжайте еще несколько раз в своем режиме дыхания, стараясь синхронизировать, чтобы на эти две асаны у вас шел один цикл дыхания. То есть мы стараемся цикл дыхания сделать довольно длинный и спокойный.
И завершайте, пожалуйста, вашу вязку. Мы завершаем наклоном и переходим к фиксации анджанасаны. Здесь очень важно выстроить бедра в одну линию, поэтому опорное колено вам нужно поместить так, чтобы бедра выстроить в одну линию. У всех будет по-разному. Это длина. И фиксируем. Облегченно руки можно оставить на бедре или вывести в намасте, или поднимаем руки вверх. Опять же, облегченный вариант — руки параллельно друг другу, и более сложный, там, где нужно также еще с плечами поработать, ладони вместе, и стараемся увести руки назад. Фиксируем, дышим. Я напомню, что анджанасана получила название в честь мамы Хануман, которую звали Анджана или Анджнея по разным вариантам перевода. Поэтому здесь можно памятовать еще о маме Хануман. Опускаем руки, уходим назад. Компенсация Ардха Триконасана. Отстраиваем вариант сначала, если особенно гибкость невысокая, опора на блоки. Носок на себя, колено подтянуто. И можно остаться здесь, дышим, сканируем пространство, сканируем область правой ноги, наблюдаем, где есть жесткость, и стараемся эту область продышать. И как продолжение, если вы готовы сегодня или будете готовы в дальнейшем, сгибаем руки в локтях, предплечья опускаем на пол. Аккуратно выходим из этого положения, правую ногу уводим назад, Адха Мукха Шванасана, собака головы вниз. Несколько циклов дыхания здесь. И левая нога вперед. Поднимаемся вверх и начинаем с динамики. Со вдохом руки вверх. Вирабхадрасана 1. Выдох. Наклон. Паршватанасана. Руки можно держать на поясе. И в своем режиме еще несколько раз. Вдох, руки вверх. Выдох, наклон. И мы задержимся в положении первого воина, поднимаем руки вверх, фиксируем.
Выпрямляем левую ногу. Наклон вперед. Руки на опору или на пол. Важно, чтобы был вес распределен в обе ноги, поэтому если ноги разъезжаются по коврику, мы их собираем. Вставляем руки на опоре прямые. И стараемся продышать место дискомфорта. Лежа, опускаемся ниже вдоль левой ноги и сохраняем это положение. Аккуратно поднимаемся, правое колено опускаем на пол. И следующая связка. Для начала выравниваем, выстраиваем ноги. Одно бедро продолжает линию другого. И отсюда уже начинаем. Вдох, руки вверх. Выдох. Ардха Триконасана. Несколько раз продолжайте, пожалуйста, в своем режиме. Мы завершаем динамику, задерживаем положение Анджанасаны, фиксируем руки или на бедре, или перед грудью, или поднимаем вверх параллельно друг другу, или соединяем ладони вместе и стараемся руки увести назад. Аккуратно опускаем руки, уходим назад. Ардха Триконасана, компенсация. Тоже можно или на опоре держать руки, или на полу. И фиксируем свой вариант, несколько циклов дыхания. Аккуратно поднимаемся, левую ногу уводим назад. Положение Адха Мукха Шванасаны. И снова правую ногу выносим вперед. Левое колено на полу, руки располагаем с внутренней стороны правой ноги. И сейчас уже фиксация, сразу начинаем с облегченного варианта Уттана Париштхасаны, позы ящерицы.
стараемся таз опускать ниже, разгибая левое бедро, левый тазобедренный, и также вытягивая переднюю поверхность левого бедра. У кого гибкость начального уровня, вы можете на время всей фиксации остаться здесь. Далее мы пробуем перейти на предплечье, для кого доступно. Если вы попробовали и вам сложно, вернитесь в предыдущее положение. И здесь левое колено поднимаем вверх, опускаем вниз буквально несколько раз, чтобы еще больше разогнуть ногу в тазобедренных и подвытянуть переднюю поверхность бедра. При этом таз не поднимаем вверх. Таз остается примерно на том же уровне. Далее можно остаться для фиксации в этом положении или выбрать более сложный вариант, когда мы правую руку заводим под правую ногу и опускаемся еще ниже тазом. Очень важно, сначала вы опускаетесь тазом. Грудную клетку можете держать довольно высоко. Потом живот, потом грудная клетка и, возможно, только потом уже голова. Не должно быть перекоса в области таза, чтобы левое бедро было внизу, а правая за счет этого приподнималась. Контролируйте этот момент, и мы фиксируем, дышим животом. Аккуратно приподнимаемся, уходим назад. Здесь можно сесть в полувирасану. Если у вас есть сложности с таким вариантом асаны, вы можете левую ногу поместить как в бабочку. Здесь выровнялись. Руками оттолкнулись от пола. Уходим в наклон. Кому наклон сложно дается, вы можете согнуть ногу в колени, опуститься так. Или же вытягиваемся вдоль правой ноги. Несколько циклов дыхания. Мы аккуратно приподнимаемся и далее снова переходим вперед на правую ногу, левое колено на полу, подтягиваем голень к себе, облегченный вариант, мы захватываем стопу и пятку тянем к ягодице, корпус находится на бедре, можно при этом опираться на блок и здесь дышим. Задача вытяжение передней поверхности левого бедра и опять же разгибание в тазобедренном. Для кого это уже прошедший вариант, освоенный. Мы опускаемся еще ниже, стараясь опять же сохранить линию из правого и левого бедра. И приподнимаем корпус. Правой рукой опираемся на бедро. И возможно, кому-то и в этом положении будет стоять довольно свободно. Тогда мы двумя руками делаем захват за стопу, стараясь сохранить притяжение пятки к ягодице или прижатую пятку к ягодице, опускать таз еще ниже. Фиксируем. Опускаем левую ногу, правую уводим назад Адха Мукха Шванасана. Переступаем с ноги на ногу, пятки дотягиваем к полу, руки, спина, прямая линия.
И левая нога вперед, правое колено на пол. Руки с внутренней стороны левой ноги. Готовимся к Уттанаприштхасане. Выбираем свой вариант. Или на прямых руках. Или на предплечьях. На предплечье несколько раз выпрямляем, сгибаем правую ногу. При этом таз не поднимаем. Очень хорошее разогревающее упражнение. И далее оставляем этот вариант. Или левую руку заводим под левую ногу. Таз стараемся опустить еще ниже. За ним следует живот и только уже в конце грудная клетка и голова. И несколько циклов дыхания здесь. Далее мы приподнимаемся, уходим назад, присаживаемся, или в таком варианте пьянка Адхамукха Пасчиматанасана, или правую ногу укладываете в положение Джанаширшасана. Здесь руки сзади, можно побыть в таком положении, дышим животом, или уходим в наклон. Мы приподнимаемся, накатываемся на левую ногу, правое колено уводим назад. Стараемся сразу отвести колено подальше. И правую ногу сгибаем, захват стопы, пятку тянем к ягодице, вытягиваем переднюю поверхность правого бедра. Положение называется Вамадевасана. Вамадева – это одно из имен или одна из эманаций Шивы. И здесь стараемся таз опускать ниже. Остаемся в этом положении. Кто идет дальше, приподнимаемся левой рукой, можно опираться бедру и продолжаем при этом притягивать пятку к ягодице. Стараемся, чтобы в левом колене не было сильного острого угла, колено над пяткой. И доворачиваем все время таз вперед, грудную клетку вперед. Кто пробовал с двумя руками, здесь тоже, пожалуйста, попробуйте. Дальше мы аккуратно освобождаем правую ногу, левую уводим назад, Адхамукха Шванасана. Мы аккуратно опускаем колени на пол и далее переходим в положение лежа на спине.
Сейчас ремешок, пожалуйста, имейте недалеко. Ну, начнем мы с силовых вариантов. Итак, мы поднимаем ноги вверх, поднимаем корпус и по очереди опускаем правую и левую ногу. Правую ногу опускаем к полу, а левую при этом стараемся тянуть к себе. И снова вдох, вверх, выдох, левую опускаем, правую к себе. Вдох, вверх и еще раз. И завершаем. Стопы вместе, колени широко. Супта Бадха Конасана. Дышим животом. И сейчас будет еще один такой же подход, но в конце мы немного подержим на каждую сторону. И еще раз обращаю ваше внимание, одна нога вытягивается вдоль пола, но на пол мы ее не опускаем. Вторая нога вытянута вверх и направляется к корпусу, при этом корпусом мы тянемся тоже к ноге. Итак, приступаем. Ноги вытягиваем вверх. Поднимаем корпус. И сначала динамика. Правая вниз, левая к себе, прямая. И вверх. Выдох, меняем. И продолжаем в своем режиме. Если ноги не идеально прямые, не страшно. И держим правую к себе, левую вниз. Ноги вверх и левая вверх, правая вниз. Аккуратно опускаемся, стопы вместе, колени широко. Супта Бадха Конасана. Теперь уже гибкостные варианты. Стопы на полу, колени направлены вверх, правую ногу поднимаем и ремешок помещаем на стопу сверху, двумя руками делаем захват и стараемся притянуть правую ногу к себе. Супта Падангуштхасана. Это облегченный вариант, остаемся в нем, дышим. Кто идет дальше? Вы можете или уменьшить длину ремешка постепенно, или захват за большой палец правой ноги, но важно, чтобы нога была прямая сейчас. И третий вариант, левая нога прямая. Фиксируем, дышим. Сгибаем левую ногу правую. Далее выпрямляем левую ногу и то же самое. Облегченно используем ремешок. Захватываем стопу с помощью ремня. И здесь, постепенно сгибая руки в локтях, стараемся притягивать. Притянули, подышали, возможно, чуть ближе притянули. И таким образом работаете. Или же, если для вас допустимо, левой рукой захват большого пальца левой ноги, правую руку в сторону и здесь дышим. И также вариант с прямой ногой, правую ногу выпрямляем на полу.
Изгибаем правую ногу, левую ногу. Далее полумост, руки на полу, параллельно друг другу. Стопы чуть шире таза, таз поднимаем вверх, толкаем выше. И стараемся грудную клетку поднять вверх, направляем ее к области подбородка. Не разваливаем колени, направляем их вовнутрь. Ягодицы сильные и несколько дыханий здесь. Здесь стараемся разгибать ноги в тазобедренных. Руки параллельно друг другу, можно ладони направить вниз. Еще один вдох-выдох и опускаем таз. Далее колени подтягиваем к себе и несколько перекатов вперед-назад. Далее очередным перекатом присаживаемся. И сейчас мы попробуем с вами делать выход в положение хануманасана, пометуя о ханумане. Вы можете сделать ваши варианты облегченные, или же я покажу полную версию. Вы тоже вместе со мной попробуйте. Вполне возможно, что-то получится близкое к хануманасане. И я напомню, что есть много разных вариантов выполнения. Основные из них два, это через треугольник, как мы с вами сейчас попробуем сделать, а также через Утан Париштхасану, позу ящерицы. Если вам будет интересна эта тема и вы осваиваете это направление, у нас в видеотеке есть разные курсы, как по продольному шпагату, подманасане, так и по поперечному шпагату, самаканасане. Соответственно, посмотрите, возможно, что-то для вас будет актуально. А мы с вами приступаем. Выходим в положение стоя, разводим ноги, левая впереди, правая сзади. И помещаем руки на опору. Здесь очень важно сохранять силу ног. Несколько циклов дыхания. Вы можете держать руки на опоре более высокой. Я буду показывать чуть пониже опору, но вы можете поставить повыше, особенно если наклон не очень хороший. Делаем вдох-выдох здесь. Далее левую ногу уводим вперед, правую назад, правая на носке, пятка направлена вверх. И здесь тоже несколько циклов дыхания. При этом старайтесь ноги будто бы втягивать в таз и расслаблять. Со вдохом втягиваем в таз, выдохом расслабляем. То есть постоянно под контролем ноги, мы не висим на руках. И чуть-чуть больше разводим ноги. Если необходимо, сгибаете, можете сгибать. Если получается, держим прямыми. Продолжаем также дышать, и со вдохом вы втягиваете, с выдохом чуть дальше. Если есть пространство чуть дальше развести, разводим. При этом не старайтесь сразу корпус вывести в идеально ровное положение. Для поясницы безопаснее, если бы корпус наклонен немного вперед, это сглаживает поясничный прогиб. И вы можете остаться здесь еще на пару циклов дыхания, возможно, опустить правое колено и левую ногу увести еще дальше, побыть. Тоже на несколько циклов дыхания. Это ваша хануманасана на сегодня. Или же опуститься ниже. Опять же, левую ногу увести дальше. И выйти в ваше положение хануманасаны. Мы стараемся сохранять ноги на параллельных прямых и не терять положение правой пятки. Держать ее направленной вверх, левый носок на себя. Несколько циклов дыхания. И мы забираем левую ногу, возвращаем ее, буквально несколько циклов дыхания в качестве компенсации можно сделать ваджрасану, присев и руки соединяем в дхьяни мудру, мудрой медитации. Настраиваемся на второй подход, на другую сторону, пробу второй стороны. Также очень интересно для себя отмечать, какая сторона сильнее, слабее или же более гибкая, менее гибкая, и в дальнейшем в практике тоже это стараться контролировать
и прорабатывать слабую сторону, стараясь прийти к равновесию в теле. И мы готовы на вторую сторону. Выпрямляем ноги, руки на опоре и несколько циклов дыхания здесь. Начинаем с положения Паршватанасаны. Ноги сильные. Мы вспоминаем с вами, что втягиваем их в таз уже здесь. Далее пробуем отвести левую чуть дальше, правую уводим вперед. И сейчас уже левую ногу помещаем на носок, пятка направлена вверх. Не обязательно ноги держать прямыми идеально. Можете сгибать. Несколько циклов дыхания. И втягиваете в таз со вдохом. Можно чуть скруглять спину и будто бы отталкиваться от блоков или от пола. И с выдохом расслаблять и толкать в разные стороны. И постепенно стараясь разводить стороны, уже отставляя правую ногу вперед. Далее можно колено опустить на пол, но при этом правая нога прямая, носок на себя. И держим в этом положении, дышим. Или, возможно, у кого-то получится выйти уже в полный вариант. Или пониже опуститься, опять же, на опоре. Можно тогда левую ногу также держать прямой. И опять же втягивать ноги в себя со вдохом, с выдохом. Дальше расставлять. И здесь мы опускаемся. Также контролируем пятку левой ноги, правый носок на себя и несколько циклов дыхания. Мы шпагаты с вами аккуратно возвращаемся, присаживаемся. Ну, буквально пару циклов дыхания даем восстановиться ногам. Руки в Дхьяне Мудру. Ноги уводим перед собой. Руки сзади. Пурватанасана, вытяжение передней поверхности тела. Аккуратно опускаем таз. Ноги выпрямляем. И Пашиматанасана, наклон в положении сидя. Руки сзади. Ноги можно развести на ширину таза. Перекатываемся с ягодицы на ягодицу. И можно остаться в облегченном варианте с корпусом под острым углом к ногам. Или руки вперед. Предплечье стремимся опустить к полу. Живот прижать к бедрам. Или вытягиваемся вдоль ног. Несколько циклов дыхания здесь.
Мы аккуратно поднимаемся, переходим в положение лежа. Если у вас противопоказания к перевернутым асанам сегодня, то поместите колени широко. И здесь несколько циклов дыхания остаемся. Если противопоказаний нет, то сделайте любую перевернутую асану. Если не знаете какую, я предлагаю сделать положение випарита карани. Можно использовать опору, блок, поместить ее под область крестца, но так, чтобы не было боли. Найти удобную точку и поднять одну ногу, подержать. Проверить, устойчивое ли положение вторую ногу. И далее, удерживая блок руками, поднять две ноги и постараться побыть в этом положении несколько дыханий. Далее мы опускаем ноги и вытягиваем на полу руки и ноги по 30 градусов к корпусу, небольшая шавасана. Здесь мысленным взором пройдитесь по телу снизу вверх и, сохраняя внимание на дыхании, оставайтесь в этом положении, наблюдая состояние тела после выполнения асан. Далее пошевелите пальцами рук и пальцами ног. Руки уводим за голову, вытягиваемся между руками и ногами, как после пробуждения, потянитесь всем телом. Далее колени подтягиваем к себе, несколько перекатов вперед-назад. И аккуратно присаживаемся очередным перекатом в положении сидя. Прикрываем глаза и несколько секунд здесь остаемся мысленным взором. Просканируйте все тело, пронаблюдайте состояние после практики. Дорогие участники, на этом наше занятие завершено. Я всех благодарю за терпение, усердие на занятии, за то, что вы пришли сегодня. И желаю вам в дальнейшем успехов в практике, вдохновения на регулярную практику, мотивации. И буду очень рада видеть вас на любых занятиях на нашем ресурсе asanonline.ru. Здесь очень много разных преподавателей, очень много разных тематических занятий, и для себя вы можете подобрать план занятий, преподавателя и заниматься регулярно.
Или в любом случае, если у вас есть какой-то свой комплекс, если есть какой-то комплекс в свободном доступе, который вас вдохновляет, самое важное – это практика. Не просто говорить о йоге, о практике йоги, но и заниматься регулярно.